Сегодня в меню – картофель фри с яичным белком в духовке. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль – по вкусу. Белок яичный – 1 штука, сырой. Базилик сушеный – 1 чайная ложка. Паприка молотая – 0,5 чайных ложки. Картофель – 500 грамм среднего размера. Считаете, что хрустящий картофель фри можно приготовить только во фритюрнице? Или может в большом количестве растительного масла на сковороде? Спешу развеять этот миф и поделиться отличным рецептом. Специи для приготовления можете выбирать любые. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Картофель почистите и помойте. Нарежьте картофель брусочками, как и положено для фри. Затем промойте брусочки в ледяной воде 2-3 раза от крахмала. Обсушите картофель хлопковым полотенцем и выложите в удобную емкость. Отделите белок от желтка. Взбейте белок вилкой вместе с выбранными специями и солью. Влейте в картофель и тщательно перемешайте. При необходимости еще раз подсолите. Постарайтесь, чтобы каждый кусочек был в белке. Противень застелите пекарской бумагой и выложите картофель на небольшом расстоянии друг от друга. Духовку заранее разогрейте до 200 градусов и запекайте 20-25 минут. Очень важную роль в этом рецепте играет белок. Он обволакивает картофель тонким слоем и схватывается при высокой температуре. Картошка запекается внутри своей оболочки, а снаружи получается хрустящая корочка. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом рецепте друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!